Меня Фатима зовут. Ашлямфу – дунганское традиционное блюдо. Каждая ашлямфу, каждая хозяйка готовит его по своему рецепту. Изюминка может быть только в одном – это в уксусе. Какие приправы мы добавим в уксус? Какие пропорции будут добавлены в уксус? У нас в кафе тесто, оно идет тянутое только вручную. Имея сноровку метод, умение. Мясо мы вот здесь берем. Мясо обязательно халяль. Это при такой жаре ашлямфу спасает. Это как у русских, наверное, окрошка, а здесь в Средней Азии это ашлямфу. Все обычно кафешки, какие бы они ни были, в каждом кафе присутствует это блюдо. В любом, куда бы вы сейчас караколи у нас не зашли, вы найдете ашлямфу. Потому что каракольцы, по-моему, не могут прожить без ашлямфу. Тоже, в принципе, начинали с ашлямфу. У нас было маленькое заведение, продавали там только ашлямфу. И потом потихоньку вот как-то мы расширились, и сейчас вы видите то, что мы имеем. Ашлямфу всегда будет присутствовать в нашем меню. Планов огромное такое количество. Все работаем, нам пока все нравится, все устраивает. Меня зовут Елена. Дунганское – это национальное блюдо ашлямфу. В общем, процесс приготовления – лапша, крахмал, соус состоит из лотоса, сои и вот эта сама поджарка идет. Конечно, лаза. Вот эта вот лаза сама есть основной этот вкус, который дают. Это просто дополнительно у меня, видите, я выхожу 2 дня в неделю, ну иногда 3, у меня своя основная работа. На предприятии я работаю, а здесь просто жалко, действительно, здесь вот такого нет ничего, чтобы где-то можно было забежать и как-то перекусить. Люди с пляжа также приезжие, каждый же не сядет, не поедет в город. Именно в копилочку. И он набрал 1000 копеечками. Вот он с этими копейками ко мне бегает. И каждый раз спрашивает: Лена, вы завтра будете работать? Тебе нравится ашлямфу, Тёма? Да, всё. Молодец. Меня зовут Милюша. Вообще ашлямфу – это чья еда? Китайская. Здесь ее делали в Караколе дунгане, которые переехали из Китая. Мне отец рассказывал, что раньше здесь торговали только китайцы. Граница была открытая. Но это еще послевоенные годы, наверное. Приезжали на субботу-воскресенье и готовили ашлямфу только они. Где он все-таки в ашлямфу? Трудно сказать, наверное, все главное, питание всего, да. В основном вкус ашлямфу зависит от уксуса. Сейчас я буду резать лапшу. Я не каждый день прихожу. Просто так, для друзей, домашних, ну, чтобы люди пришли, те, кто хотят вкусно покушать.